Всем привет! Продолжаем писать алгоритм на языке Java. Сегодня будем искать число инверсий в массиве. Давайте посмотрим на задачу. Так, задача у нас есть массив, примерно на 100 тысяч чисел. Нам нужно найти число инверсий, то есть число таких пар и g, что i меньше, чем g, и при этом i t больше, чем житы. Начнем, как обычно, того, что считаем входные данные. Вот у нас возьмем пример. В нем есть две инверсии, как видно, вот 3, 2 и 9, 2, две инверсии. Отлично, давайте это скопируем в файл input.txt. Остался с прошлого раза у нас. Так, считаем этот файлик. Как обычно, заводим сканер. Новый сканер от нового файла input.txt. Тут все как обычно. Так, прокинули exception. Прекрасно. Считываем данные, считываем число чисел. Заводим массив. Считываем массив. Прекрасно. Давайте проверим, что у нас все правильно считалось. Выведем наши элементы на экран. Два, три, девять, два, девять. Да, замечательно. Все считали, все вывели. Давайте приступим к работе.